Приветствую вас в онлайн-школе «Леди Молодость». С вами Инна Неведовская. Сегодня мы будем делать технику подтяжки лица. Техника массажная, и она у нас будет проходить через разные линии лица. Но принцип ее выполнения будет одинаковый. Давайте выучим это движение. Сначала мы начинаем с первой линии, которая идет от центра подбородка, идет к углам молодости, к ушам, то есть по линии нижней челюсти мы с вами сейчас работаем. Движение будет одинаковое на всех линиях. Поставили пальчики, поставили сейчас примерно вот где центр подбородка. Мы всегда идем от центра к периферии. Поставили, нажали, смещение на 1 мм, легкое, небольшое. И убрали. Дальше ручки отодвигаем, делаем следующую точку. Нажали. Сместили ткани, небольшое, на 1 мм смещение, убрали. Дальше поставили пальчики, нажали, сместили, убрали. Следующую точку. Нажали, сместили, убрали. Следующую точку. Нажали, сместили, убрали. Следующую точку. Нажали, сместили. Ручки убрали. Следующую нажали, сместили. Убрали. И последнее нажали, сместили, убрали. Такие движения нужно делать 3 раза на каждую линию. Поставили ручки. Нажали, сместили. Убрали. Следующую точку. Нажали, сместили. Убрали. Следующую. Нажали, сместили. Убрали. Следующую. Нажали, сместили. Убрали. Нажали, сместили. Убрали. И так делайте 3 раза. А вы можете делать более усложненный вариант. Поставили пальчики, нажали, сместили, и дальше делаете помпаж. Помпаж – это вот такое движение, как бы легкое такое продавливание, такое волновое. Вот если полностью вот так поставить, то это вот так примерно смотрится. Для чего это нам нужно? Для более глубокого проникновения в ткани. То есть вы в этот момент ощущаете, есть ли там комки, болезненные места, спазмы. Если нашли такие места, то отдельно прорабатываете еще вот таким помпажным движением, чтобы размягчить это место. Следующую точку. На миллиметр подвинулись, да? Нажали, сместили, делаем помпаж. Раз, два, три, четыре, пять. Следующую точку поставили, сместили. Раз, два, три, четыре, пять. Следующую точку нажали, сместили. Раз, два, три, четыре, пять. Следующую точку нажали, сместили. Раз, два, три, четыре, пять. Дальше идем 2 пальчика указательный средний. И делаем круговые вращения, смещая ткани кверху, за ушами, прошли, сместили. Дальше поставили пальчики вилочкой, один перед ухом, другой за ухом, и сместили ткани наверх. Легкое смещение, держим на 10 счетов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Следующая линия у нас центральная, раскрывает центральную часть лица. От носа к ушам идем точно так же. То есть первое движение мы можем пройти. Поставили пальчики. Делаем вдох. Надавили, сместили на 1 мм. Подержали. Убрали. Следующую точку. Вдох. Надавили. Сместили на 1 мм. Убрали. Следующую точку. Вдох. Надавили. Сместили на 1 мм. Убрали.
следующую точку, вдох, надавили, сместили на 1 мм, подержали, убрали, следующую точку, вдох, надавили, сместили на 1 мм, держим, убрали, следующую точку, вдох, надавили, держим на 1 мм, убрали. Нужно сделать 3 линии. Я вам покажу второй раз на помпажной технике. Поставили пальчики, делаем вдох, надавили, сместили на 1 мм и начинаем делать вот такое движение, выдавливающее. Раз, два, три, четыре, пять. Перемещаемся на следующую точку. Вдох, надавили, сместили на 1 мм и начинаем. Раз, два, три, четыре, пять. И если у вас есть какие-то болезненные ощущения, то, соответственно, вы задерживаетесь и как следует прорабатываете, размечаете. Не давите насильно, ничего не делаете через силу. А дальше пальчики поставили, делаем вдох, надавили, сместили на 1 мм и помпажим. Раз, два, три, четыре, пять. Дальше следующая точка, вдох, надавили, сместили на 1 мм. Раз, два, три, четыре, пять. Следующая точка, вдох, надавили, сместили. Раз, два, три, четыре, пять. Убрали. И последняя точка, вдох, надавили, сместили. Раз, два, три, четыре, пять. И третий раз тоже проходите по этой линии, сами выбирайте, на какой технике, либо просто ставите и проходите, либо проходите с помпажным движением. После того, как мы проходим каждую линию, после того, как мы прошли первую линию, например, прошли, как только мы доходим до зоны ушей, мы делаем двумя пальчиками от кончиков ушей наверх, мы делаем прокручивание и выталкивание ткани наверх. Раз, два, три, четыре. И дальше вилочкой ткани вот так раз приподняли и держим на 10 счетов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вторую линию прошли. Снова делаем сзади, да, у шеи ткани подняли, вилочку и ткани. Раз, наверх, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10. То есть после каждого прохода мы делаем подтяжку ткани наверх через ушки. Здесь у нас есть секретная точка подтяжки. Найдите это видео. Оно очень популярно на канале YouTube. Оно рассказывает, что у нас здесь есть 3 секретные точки для подтяжки. Итак, следующая зона, с которой мы работаем, зона лба. Поставили пальчики. Дальше делаем вдох. Надавили. Сместили на 1 мм, держим, раз, два, три, четыре, пять. Следующая точка, чуть-чуть отступили, ткани слегка в стороны, очень легким движением, чуть-чуть легкое такое преднатяжение ткани в стороны. Делаем вдох, надавили, на 1 мм сместили, держим, раз, два, три, четыре, пять, убрали. Следующая точка, вдох, надавили. Легкое-легкое такое смещение на 1 мм. Раз, два, три, четыре, пять. Убрали. А при этом обязательно следите, чтобы шея не напрягалась, затылок не напрягался. Следующая точка. Вдох. Надавили. Легкое смещение. Можете помпажить. Тоже можете смотреть у себя эти точки, где у вас есть, может быть, залипание или какие-то спазмы. И тогда нужно пропомпажить, размягчить. Убрали, делаем вдох, надавили, легкое смещение, раз, два, три, четыре, пять, убрали. Дальше следующая точка, вдох, надавили, легкое смещение, раз, два, три, четыре, пять. Все делаем медленно, никуда не торопимся, потому что эта массажная техника, она требует расслабления, да. И последняя точка, вот как раз секретные точки, про которые я говорила, над ушами. Поставили пальчики, делаем вдох,
Легкое натяжение. Раз, в сторону затылочка. Держим. Раз, два, три, четыре, пять. И убрали. Если у кого-то ручки напрягаются, обязательно стряхиваем, да? Раструску делаем. Раструску сделали. Дальше поставили пальчики за уши. Поднимаем. Ткани подняли круговыми вращениями наверх. Вилочку поставили. Ткани раз, подняли. Раз, два, три. Улыбаемся, мы занимаемся красотой и молодостью. Посмотрите, как сейчас уже ваше лицо начинает больше и больше подтягиваться прямо на глазах. После того, как сделали, послушайте ваши ткани. То есть сейчас у вас лицо просто реально чувствует себя подтянутым. После того, как вы это физическое ощущение запоминаете, оно начинает на самом деле подтягиваться. Поэтому мы завершаем с вами движениями растирочными. Это отдельные массажи по моему методу, который называется растирка. Начинаем с растирки по нижней челюсти. Делаем такое движение. Раз, два, три. То есть растирка – это быстрое движение. Вот такие вилочки делаем. И по нижней челюсти начинаем. Раз, два, три, четыре, пять. В сторону угла молодости движение с одной стороны сделали, начинаем с другой стороны. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Делать можно здесь неограниченно. Самое главное, не давите, не тяните ткани. Растирка, она идет только по поверхности ткани. Этого достаточно для эффекта. Дальше губы, круговую мышцу освобождаем от спазма. Движение растирочное. Вот пальчика один навстречу другому, от одного участочка губы движемся к другому и так прорабатываете примерно 30 секунд, одну минутку. Дальше по нижней. Раз, 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 два, три, 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 раз, два, три. И такое же растирочное движение. Сейчас мы будем уже заканчивать растирочку делать на щеках. То есть сейчас мы с вами поднимаем щеки в положении от обвисания. Раз, два, три. По трем векторам. Первый вектор – это около уха. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Второй вектор – это центр щеки. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И третий вектор – это нос и губная складка. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. И дальше следующая сторона. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Дальше середина щеки. Раз, два, три, раз, два, три. Ткани приподнимаем естественно, то есть мы сами их не натягиваем, но вот это движение делаем наверх, ткани у нас приподнимаются наверх. И по носу губной проходим. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Если у вас есть брыльки, соответственно, на этих местах можете подольше вот таким образом поподнимать. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Теперь посмотрите на себя в зеркало. Вы стали настоящей красавицей, полной сил и здоровья. Скажите себе, я молодая, красивая, чувствую себя на столько-то лет. То есть закрепите в себе этот образ красоты и молодости. Ну, конечно же, делать нужно технику желательно хотя бы один раз в день. Если у вас хорошая подкожно-жировая клетчатка, если, например, у вас нет подкожно-жировой клетчатки или уже сильно дряблое обвисшее лицо, то делайте технику примерно раза два в неделю. Приглашаю вас на обучение в нашу школу «Леди Молодость». Получите все упражнения по омоложению лица и тела. Переходите по ссылочке ниже этого видео, записывайтесь в онлайн-курс. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Приглашаю вас в телеграм-канал по ссылочке ниже этого видео. Ну и напоминаю, что если вы подписываетесь на наши проекты, в онлайн-курс, в нашу школу «Леди Молодость», у вас есть возможность прямого контакта со мной, а значит прямого консультирования по вашим возрастным проблемам и вопросам.